Наверное, вы хотите узнать историю персонажей. Ну, наверное. Сегодня я буду вашим рассказчиком и, скорее всего, вашим единственным, так как все остальные не хотят об этом разговаривать, но я понимаю их. Началось это утро, первый день лета. Киля, ну, либо нашему Ангелина, бежала на местный рынок. На дороге она сбила какую-то девочку, и та ушла так же внезапно, как и появилась на пути нашего персонажа. Оглянувшись, Геля не нашла ее взглядом и решила просто идти дальше. Вот и городской рынок. Здравствуйте, мне можно купить яблоко? Конечно, возьми там, где и остальные фрукты. Эта продавщица ненавидит детей, но ей приходится быть доброй, так как это ее работа. Вот, возьмите, я могу взять самое спелое? Конечно, ничего страшного, ведь их здесь все равно много. Если берешь, значит заплатить есть чем. Деньги на кассу. Положь к остальным, это там, в саде тебе. После покупки яблоков наш герой отправился домой. Ангелине не нужно было это яблоко. Это яблоко она покупала для своей старшей сестры Вики. Придя на кухню, Геля положила яблоко на стол и убежала на улицу. «Ангелина, постой!» Кто-то окрикнул Гелю. «Подожди, я хочу тебе кое-что сказать». Это была Виктория, старшая сестра Гели. «Ну и что тебе от меня нужно?» «Ко мне из города приехала моя подруга, и у нее есть младшая сестра. Не хочешь с ней познакомиться?» «Спасибо, но нет. Мне я одной хорошо, знаешь ли». «Ага, конечно, так тебе и поверила. Но у тебя нет выбора, ты все равно пойдешь со мной». «Ну вот, даже выбора мне не даешь. Ладно, пошли давай». «Конечно, мы пойдем, но в таком виде ты никуда не пойдешь. Чем тебе моя одежда не угодила? Поверь, я выгляжу лучше, чем ты». Вика все-таки уговорила Гелю переодеться. После переодевания Геля вышла на улицу, где ее ждала Вика. Такое чувство, будто ничего не изменилось. Ну ладно уж, что есть, то есть. Ну и долго мы здесь будем стоять? Поверь, сколько понадобится, столько и будем. Девочки, проходите внутрь. Боже, я так скучала по тебе. Не поверишь, я тоже по тебе скучала. Простите, что заставила вас ждать. Привет, Ангелина. Тася ждет тебя в саду. Ага. Ангелине было очень интересно посмотреть на ее новую подругу, но в то же время она не хотела туда идти. Ого, какие люди. Что? Снова ты? Продолжение следует.